Всем привет! Мечта на связи. Сейчас кемпер обшивается, утепляется, поэтому ну как бы нечего снимать. Промежуточный результат не снимаю, а конечного результата пока нет. Поэтому решил, чтобы вы не скучали, немного снять такую вещь, подтвердить свою теорию, что это все-таки работает, ну и показать вам, пока, конечно, не в самом кемпере, а, скажем так, на стенде, назовем это так. Ну, это у нас холодильник на плите в ремонте. Ну, я имитировал нагрев плите, который вырабатывает электричество для вентилятора в раздуву. То есть я хочу на своем котле поставить элементы пельтье для того, чтобы они вырабатывали электричество для там, зарядки маломощных каких-то устройств типа телефона и раздува непосредственно того теплого воздуха, который будет выдавать сам котел. Ну, то есть в теории это должно было все работать, но на практике я не проверял. Соответственно, сейчас я заказал на AliExpress элементы пельтье, ну и решил опробовать. То есть я сымитировал с помощью того же элемента пельтье нагрев, ну и охлаждение. Конечно, оно у меня будет устроено совсем по-другому, то есть не вентилятором охлаждаться, а водой. То есть даже будет лучше. Кто не видел видео, в котором я рассказываю об этой задумке, я ссылку оставлю в описании. А сейчас я просто хочу показать, как это все работает и как оно все-таки выдает. Значит, выдает один элемент на данной установке 3 вольта. Ну вот, получается, я запустил, ну, грубо говоря, запустил нагрев. Сейчас вот этот вентилятор не крутится, но элемент пельтье, который установлен в самом холодильнике, вот пошел. Он начал греться, соответственно, начал греть тот элемент пельтье, который я подключил к вентилятору. И несмотря на то, что вот этот 12-вольтовый, он уже потихоньку начал крутить. Да, обороты у него небольшие, потому что это всего лишь 3 вольта и, соответственно, в 4 раза меньше. Ну и то, сейчас он даже не выдает 3 вольт, потому что еще не раскочегарилось это все. Но, в принципе, я могу их подключить параллельно. Ну и, соответственно, добиться тех же 12 вольт для того, чтобы нормально вращать этот вентилятор. Плюс такие вентиляторы есть 5-вольтовые. Вот. Ну, как бы так. Но меня радует то, что все-таки это работает. Несмотря ни на что, вентилятор крутится, даже чувствуется, ну, такой более-менее приличный сквознячок. Ну и, соответственно, я думаю, что у меня там будет минимум 4 элемента. То есть если они даже будут выдавать по 3 вольта, то это будет 12 вольт. Сколько, какую мощность они выдают, я пока еще не знаю. Но радует то, что все-таки это работает и будет работать. Ну а на этом пока все. Следите за каналом. Дальше будет интересно. Всем спасибо, всем пока.